Народ, всем привет! Сегодня расскажу вам, как без проблем прокачать, допустим, какой-нибудь самолет, кактус до комплектации специалиста, просто за считанные секунды. Значит, смотрите, играя в World of Warplanes, да, вы получаете самолет в заводской конфигурации. В заводской конфигурации, когда вы даже используете все топовые модули, у вас в обслуживании заблокированы две ячейки на оборудку и две ячейки на снаряжение. А данные ячейки у вас разблокируются только в том случае, когда самолет станет... то есть, когда вы купите комплектацию специалист. Чтобы купить комплектацию специалист, нужно ее разблокировать. То есть, для разблокировки данной комплектации вы должны в топовом обвесе, да, то есть, вот с топовыми модулями, соответственно, выполнить две задачи. Первая задача — это уничтожение самолетов противника. Вот на Фридрихе мне осталось 81 самолет уничтожить. И второе — это уничтожить самолетов-защитников 35 штук. Далее, смотрите, то есть когда вы наводите вот сюда стрелочку, вы видите, как у вас идет прогресс по данным заданиям. В дальнейшем вы можете получить скидку. То есть смотрите, если вы сейчас собьете все 35 защитников, то вы получите скидку 6 жетонов. И, соответственно, если вы здесь набиваете... у меня, видите, скидка в 24 жетона получена. То есть, смотрите, из 162 самолетов противника мы с вами уничтожили половину, то есть 81, да, и поэтому мы с вами получили скидку 24. Вообще, чтобы приобрести данный самолет за жетоны, он стоит 60 жетончиков, но вы можете выполнить наполовину два задания. Вот я еще 6 жетончиков могу получить здесь, набив, соответственно, 9 или сколько-то защитников. Но если вам лень, как и мне, допустим, качать данный самолет до комплектации специалист, тем более это Фридрих, да, у которого слабое вооружение, мы просто нажимаем вот сюда вот на комплектацию специалист, уже с минус вычетом со скидки за первое задание, то что мы уничтожили половину противников, нам дали скидку 24 жетона, и тогда у нас получается за 36 жетонов мы можем... досрочно получить комплектацию специалист. Как это мы делаем? Да, у нас с вами 56 жетонов есть, которые мы нафармили буквально тут за несколько последних дней стримов. Поэтому мы нажимаем выполнить. 36 жетонов у нас с вами списываются. И все, и мы с вами досрочно закрыли все эти задания. Нам, в общем, засчитали выполнение всех противников и защитников. И теперь осталось только купить комплектацию специалист, после чего мы тратим свои 600 тысяч серебра. И... пожалуйста, барабанная дробь, мы с вами приобрели комплектацию ее специалиста. Теперь в обслуживании мы имеем как бы возможность все свои ячейки заполнить именно тем снаряжением и оборудованием, которые вы имеете, в общем, которые вы считаете нужным. Вот, поэтому, народ, если вам трудно, в общем, выполнять данные задачи, можете накопить вот здесь вот жетончиков и потом за жетончики купить комплектацию специалист. Все, все. Так что это был короткий гайд по тому, как можно вот так вот по щелчку пальца, в общем, приобрести комплектацию специалист.